Привет, моделисты и моделистки. Так, у нас сегодня сайт Camera. Так, что у нас здесь есть? Человечек H0-овский. Вот эта плита на носу локомотива Dash 9, выпускавшимся MTH. И вот эти ditch lights. Здесь все нужно перевернуть. Тогда вот эта платка LED проходит в эти отверстия. И теперь это все работает независимо. И это достаточно, ну, я считаю, 9-9,5 такой четкий из десяточки, то есть трудности. Сейчас я включаю, если у вас CSX или NS, то эти ditch lights должны alternating между собой. Теперь я... Все это делается для привлечения пешеходов или водителей у переездов, где-то переходов. На некоторых дорогах даже колокольчик уже включаются эти alternating lights. Вот так. Достаточно сложно достать эту платку. В основном... В двух моделях, в одной было приклеено каким-то CA, в другой модели был какой-то такой GUI, стики такой, какой-то клей. И сама платка тоже была приклеена каким-то, ну, наверное, пластиковым клеем, но мне удалось. Здесь небольшой был ремонт. На другой плате такого же локомотива, вот, по конструкции. В общем, MTH... Я надеюсь, конструкция локомотивов всегда. Я надеюсь, что Scale Chains возьмет самое лучшее и будет делать вообще супер модели. Потому что конструктивно они сделаны очень хорошо. Очень качественные детали. Технология отработана была. Единственное, что электронику, вот эти все звуковые декодеры, у них с самого начала мне, для меня были они уже как устаревшие. Спасибо, ребят и девчат, за внимание. Если хотите поддержать канал, у меня здесь есть Patreon. И на основном канале DC Train там есть membership, да. Можно стать спонсором. Большое спасибо за внимание и поддержку бизнеса и канала. Давай.